меня зовут Аида, и я рада вас приветствовать на моем канале, посвященном вязанию. Сегодня у меня 6 мая, я начинаю новый вязальный влог. Последний влог, который у меня вышел, вышел еще два дня назад, я два дня не снимала видео для вас, но это не значит, что я сидела не сложа руки, я активненько вязала. И кроме того, что я повязывала Эллен джемпер из пестрой пряжи, но еще я связала плед. Я связала плед в рамках проекта 10 стартов из запасов, который уже благополучно завершен. Это был один из моих процессов, стартов, которые я начала. Полностью связала плед на машине 4 класса Silver Reed 280-60. И мне не понравилась фактура пряжи, мне не понравилась ткани, мне не понравилось, что оно получилось жестким, оно получилось недышащим. В общем, совсем не тот кашемировый пледик, который бы я хотела получить в итоге. Поэтому я тот плед распустила, и он у меня до самого конца этого проекта лежал в бобинках, в клубочках. Вот. Но позавчера я решила, что негоже оставлять незаконченный проект, точнее даже не начатый, поэтому я просто села и за эти два дня я связала весь плед. Первый день я вязала на машинке, закончила все полотно, и второй день я уже обвязывала крючком. Что же я сижу, рассказываю вам про свой плед, и так его и не показала. Вот он у меня такой плед получился, его размеры 75 сантиметров на 80 сантиметров, и подробно про пряжу, про плотность, крючок и все такое рассказывать вам не буду по количеству петель, потому что только что записала видео о готовых работах 10 стартов из запасов, и там подробно про этот пледик рассказала. Покажу вам только вот так вот. Вот это у него лицевая сторона, так вот он выглядит с изнанки, мне нравится и та, и другая сторона. Обвязала узором таким интересным. Давайте я вам вставлю схему, потому что схема от руки, потому что я брала схему из интернета, и там качество такое не очень. Поэтому вот, вот такой пледик получился. Не знаю, целиком он, конечно же, тут не поместится. Но вот этот плед мне очень нравится. Он мягкий, у него есть легкий пушок, он хорошо драпируется, его приятно набросить даже просто вот на колени. В него приятно положить малыша, и да, вот узор, я еще раз повторю, очень удобно дырочки получаются, если даже вязать такой пледик на подарок, то тут на выписку, знаете, можно тоненькую 5-миллиметровую ленточку пропустить вот в эти дырочки, атласную, и получится завязать бантиком, и получится просто очень нарядное, красивое изделие, и просто, ну, чудесный подарок на рождение малыша, согласитесь. Ну вот, такая готовая работа у меня случилась, получается, в мае уже вторая готовая работа, да. Ну и буду потихоньку дальше продолжать вязать Эллен джемпер. Еще раз повторюсь, что всю информацию по этому пледу, все подробности вы можете найти в отчетном видео по проекту 10 стартов из запасов. Ссылку я оставлю в описании, попробую подписать в подсказках. И у меня есть плейлист на канале 10 стартов из запасов, где можно прям друг за другом все серии, все старты посмотреть. Ну а я пойду повяжу еще Эллен джемпер. И потом подключусь к вам еще, когда сменю процесс или каким-то образом заметно продвинусь. Я решила к вам подключиться, показать свой прогресс. На самом деле связала я достаточно много, уже закрыла даже низ, но это не полная длина джемпера, а я просто закрыла, поскольку побоялась, что, ну, вы знаете, что у меня всего один моточек ализе, осталось у меня здесь 35 грамм ализе,
и 115 грамм мериноса. Это мои остатки. Связана у меня полностью кокетка. И я длину джемпера довязала, ну, это где-то чуть ниже пупа, наверное, вот так вот. Мы померили, сидит очень интересно. Знаете, у меня получилось, несмотря на то, что я пересчитывала и распускала, и пересчитывала, у меня получилась очень длинная пройма. Эта пройма, на самом деле, достаточная для, в принципе, взрослого человека. То есть этот джемпер я могу спокойно на себя натянуть. Он будет смотреться немножко комично на мне, но, тем не менее, он на меня налезет. И рукава, несмотря на то, что я сделала в два раза меньше петель, чем было до того, рукава тоже длинноваты. Так вот, как вариант, можно бы было, конечно, отрезать и распустить какое-то количество прибавок, закрыть реглан, погон вот здесь, сделать вот эту вот часть с прибавками с двух сторон. Вот, то есть я здесь делала погон, прибавляла со стороны рукава, то есть со стороны тела. Здесь делала прямая, у меня идет линия прибавки со стороны рукава, а здесь у меня небольшой кусочек прибавки со стороны и рукава, и тела. Да, это как один вариант спасения джемпера. Но я понимаю, что даже если я сделаю вот так вот, уменьшу вот на эту вот часть, уменьшу в длину проймы и сделаю уже рукав, то есть он у меня вот такого будет, такой будет ширины, вот до сюда будет, вот до сюда, например, да, вот если я вот эту вот часть просто вырежу и сошью затем трикотажным швом, то, в принципе, этот джемпер сядет хорошо и будет такой обычной, нормальной такой моделью. Но я сейчас посмотрела, как это сидит на Элли. Сидит оно на ней очень интересно, вот с этим вот рукавом, вот этой удлиненной проймой. Он смотрится практически, знаете, как нечто среднее между обычным джемпером и мышью летучей, как это называется, когда, знаете, рукав и тело, похоже, соединяются такой линией ниже проймы, ниже линии проймы, ниже линии подрезов. В общем, глубокая пройма. И вот что я подумала. Я, наверное, сделаю, у меня был такой вариант раньше, когда я смотрела на эту пряжу, у меня был вариант связать широкие рукава от плеч и сделать их такие а-ля баллон. Но пряжи, поскольку у меня мало, на широкие рукава, соответственно, это может не хватить. Так вот, что я решила. Решила я, что я ничего не буду срезать и ничего не буду сшивать. Я сейчас оставлю как есть. Меня устраивает ширина джемпера, меня устраивает ширина плеч, меня устраивает, как сидит джемпер. Здесь все мне нравится, очень интересно, необычная посадка благодаря этим проймам. Что я хочу сделать? Я хочу дальше по рукавам чуть-чуть поднабрать петель, не прям сильно, чтобы фалдило, а вот совсем чуть-чуть, но сделать его, вот он у меня такой вот ширины, но сделать его вот, в принципе, даже такая ширина меня вполне устраивает. Буквально, может быть, там 6-8 петель я доберу еще, чтобы было немножко утолщение такое. И провяжу точно так же всю лицевой гладью с ромбами. А дальше перейду вот на эту пряжу. Возьму потоньше спицы, буду в одну нить вязать. Напомню, здесь у меня 400 метров на 100 грамм. И буду вязать резинкой уже до запястья. Резинку буду делать какую-то нерегулярную, например, 4 на 2 или 3 на 1. Посмотрю, наверное, ну посмотрю, может, по количеству петель, чтобы удобнее распределить. В общем, посчитаю петли, решу, прикину, как я буду вязать все-таки, какая резинка у меня получится. И, соответственно, здесь... То есть я довяжу вот этим вот широким рукавом, закрыв локоть ребенку, а затем перейду на эту резинку и буду уже до запястья резинкой вязать из мериноса только.
И здесь по низу, скорее всего, получится примерно то же самое. Я посмотрю, сколько у меня останется ализе. Если ализе еще хватит, я предполагаю, что хватит. Все-таки здесь 35 грамм, то есть вот на все на это у меня ушло 65 грамм. Скорее всего, на такие рукава еще у меня уйдет. Еще я низ чуть-чуть довяжу. Соответственно, здесь верх тоже будет не айкорд, как я планировала, полым шнуром сделать обработку, а я сделаю тоже резинку нерегулярную, тоже вот этой же пряжей, мериносом. Наверное, не очень большую, не очень узкую. И, может быть, тогда, наверное, здесь буду вязать уже до тех пор, пока у меня не уйдет все ализе. И потом тоже провяжу какую-то небольшую уже резинку из мериноса. То есть рукава будут, начиная чуть ниже локтя, резинкой, и будет рукав как бы балуном таким. Вот тут такой рукав. И резинка. Вот, посадка джемпера таким образом, она на самом деле диктует изменить модель мне, потому что это необычно, понимаете? Это не то, чтобы я испортила вещь, вот знаете, вот, ой, я неправильно провязала, сейчас все буду перевязывать. У меня не возникло такой мысли, когда я посадила этот джемпер на ребенка, надела. Я посмотрела, и я реально подумала, ой, как интересно получилось, а давай-ка мы сделаем вот так. То есть вот этот джемпер, он меня, в принципе, вдохновил на то, чтобы модель ему и поменять. Очень прикольно смотрятся рукава вот эти ромбиками. И, если честно, меня этот процесс затянул настолько, что я как-то даже к Suicide Watcher не хочу сейчас на него переключаться, потому что у меня здесь пятерка спицы, и это у меня единственные круговые спицы пятерка. А нет, у меня есть еще одни, эти я вяжу на чагу, два этих процесса. Есть еще нитпикс, а спицы пятерка, но они у Элли заняты, я у нее не буду собирать. Хотя она и не вяжет совсем. Вот так. Вот, поэтому я чуть-чуть еще повяжу, мне очень хочется поэкспериментировать с рукавами. Рукава буду вязать одновременно на одних спицах. Ну, покажу вам потом, наверное, когда уже перейду на резиночку. Померю сначала на ребенка, потом вам покажу. Вот. Ну и у школы мы с вами тут сегодня собрались. Хотела вам показать еще одну книжечку, которую я купила на Алибрисе. Помните, я вам показывала, мне приехала целая стопка огромных, прекрасных, замечательных книг по вязанию за какие-то смешные деньги. Это книги, купленные с рук. Вот, и это вот такие вот Pocket Pads. Они мне сразу почему-то не пришла, эта книжка. Несмотря на то, что продавец был один, мне пришло, я заказывала этого продавца 5 книг, мне пришло 4, кроме этой. Я уже даже написала в поддержку, что, друзья, как так, почему мне не приехала эта книжка? Все пришли, а это не приехало. Они мне ответили, что иногда так бывает. Не знаю, говорит, почему так бывает, но почему-то наши упаковщики отправляют не весь заказ одновременно. Вот, и действительно, эта книжка приехала позже всех. И это Сашио Ишии, наверное, так читается автор. Pocket Pets, карманные животные. И здесь спицами. Так, я убедиться, что вам не отсвечивает. Вот такие цыплята, панда, лисичка, медвежонок, хомячок, пингвинчик, мышка. Это тоже хомячок, наверное, какой-то. Зайчик, тигренок. Это какой-то покемон. Белочка, собачка, курочка с цыплятами. Это какое-то тоже непонятное существо. Это что, ежики? А это не видно, что такое. Вот. И здесь подробное описание всех этих животных. Ой. А, это птички такие, синички. Вот какой-то шарик, мячик. Ой, какие классные ежики! Я хочу таких ежиков. Классно. Сова, совушка. Это медвежонок, я думала, тигренок. Зайка, хомячки, пингвинчики.
Вот тоже мышики, мышки, хомячок, морская свинка, мишка, лисичка, панда, цыплятки. Ой. Ну вот, собственно говоря, все, пожалуй. Вот такая книжечка. Думала, заинтересует Элли, но как-то не заинтересовала. Эля схватила свой телефон и скакала играть в Roblox. Вот, еще мне пришел мой журнал Vogue Knitting новый, но я его еще не листала. И не знаю, в этом включении уже я не буду вам показывать. Он у меня в комнате, где малышка спит. Поэтому либо покажу вам чуть позже, либо в следующем влоге. Не знаю, как получится. Ну что, друзья, вот, в принципе, и закончилась моя вязальная неделя. Продвинулась с прошлого дня, с прошлого включения я немного. Вы знаете, все-таки наличие множества процессов сыграло со мной злую шутку. Вчера сели с Элли пересматривать Гарри Поттера, вторую серию. И, естественно, села перед телевизором, надо же повязать, правильно? И я начала вязать, решила повязать свою работу «Пестрый джемпер» для Элли. Набрала на спицы снятые петли рукавов и дальше связать не смогла, потому что леска короткая. Вяжу я этот проект на спицах Чиагу. Мне бы взять и нарастить леску, либо использовать леску подлиннее. Но одна из лесок у меня занята под моей бурливой футболкой, и третья, получается, леска занята под Seaside Watcher. И все. Я застряла. Вязать Seaside Watcher или бурливую футболку я не могу, потому что оба процесса вяжутся по схеме, и сидеть перед телевизором, естественно, вязать невозможно по схеме. Поэтому что делать? Меня выручил, опять же, один из моих процессов. Это мой кардиган. Бомбер из твида английской резинкой. Но вы не поверите, села я вязать этот бомбер и поняла, что мне мало того, что нужно вспоминать, как вязать английской резинкой, так я еще совершенно забыла, как делать прибавки. Я вяжу, напоминаю, там реглан. И я не помню даже, как я вязала двойную кромочную. То есть вообще у меня настолько каша в голове среди моих этих всех начатых процессов. И я вспоминаю, значит, мне нужно первую петлю снять, вторую провязать лицевой, потом предпоследнюю снять нить спереди перед работой, потом провязать бабушкиной изнаночной. В общем, я проковырялась весь вечер вчера, пока мы смотрели этого Гарри Поттера. Я просто проковырялась с этим бомбером, продвинулась немного, вот все. Весь мой процесс, весь мой прогресс. И я понимаю, что я при этом не могу. То есть получается, что у меня не выходит, не получается вязать один процесс. То есть нету такого, что я могу взять и решить. Вот сейчас я не берусь за другие процессы, пока не закончу этот. Или вот я 3 дня вяжу только один свой недовяз, остальные в это время не трогаю. Потом через 3 дня берутся за другие процессы. У меня так не получается. Получается, что я вот не смогла вязать, я решила, что я повяжу, по крайней мере, рукава, свяжу пестрого джемпера. Но вот не смогла вчера повязать, не смогла повязать в выходные, повязала вот этот бомбер, но опять с ним, говорю, проковыряла, все забыла. Но вчера, на самом деле, я вечером занималась не вязанием, я занималась новым проектом. В моей жизни вот-вот появится новый проект, он не вязальный, ну, то есть он связан с вязанием, с пряжей, с окраской пряжи, с моим хобби, но это не вязаные изделия, это просто более серьезный такой проект, который будет отнимать очень много времени моего, скажем так, моего времени, которое посвящено
моему хобби, вязанию, окрашиванию пряжи, но она такая более глобальная. В общем, я не думаю, что я буду рассказывать об этом в формате вот такого влога вязального, потому что многим это может быть просто неинтересно, но я думаю, что я обязательно поделюсь и своей идеей, и своим прогрессом в этом плане, и там какими-то, может быть, достижениями, но там, отдельным видео или, может быть, серией видео. В общем, пока не знаю, в каком формате я буду об этом рассказывать, но я надеюсь, что я вас достаточно заинтриговала, чтобы вы, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно на него подписались. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Не забудьте, что я жду вас в комментариях, жду ваши вопросы, жду просто поболтать. И спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Спасибо, что были со мной это время. И увидимся с вами очень скоро. Пока-пока.